Запускают газораспределительную станцию «Огонек» в прямом эфире. По онлайн-связи за тем, что происходит в деревне Дерюзино Сергиево-Посадского городского округа, наблюдает губернатор Московской области. Главному диспетчеру «Пусгаза» разрешаю. Значимость этого события переоценить невозможно. Начало работы объекта ждали тысячи жителей. Она действительно очень востребована. Значит, это 1500 домов, 16 СНТ. Вот все здесь населенные пункты приведены. Очень долго люди видели около себя газовые трубы, но не могли подключиться. Задавали вопрос нам, почему, а мы отвечали, что нет мощности. Теперь все изменилось. Мощность модернизированной станции до 10 тысяч кубических метров в час. Работы были выполнены в срок, в период с 5 мая по конец сентября. В ней отопительный период как раз именно для того, чтобы обеспечить уже газифицированным гражданам бесперебойную, безаварийную подачу газа. Более 5000 жителей теперь получат голубое топливо по программе президента «Социальная газификация». Конечно, это в первую очередь комфорт и удобство для жителей, а также это развитие малого предпринимательства, сельского хозяйства, которое находится в ближайшей территории. Такие программы, конечно, очень важны, нужны, особенно для нашего округа. В округе программа идет полным ходом. Из более чем 80 деревень запланированных половину уже газифицировали. Но на очереди стоит еще большее количество деревень, которые хотят подключиться по системе социальной газификации. Помимо тепла, это еще и безопасность. Мы знаем, что у нас многие дома топятся сегодня углем или электричеством, а это, честно сказать, небезопасно. Андрей Воробьев добавил, что во всем этом процессе очень важны вовлеченности и участие чиновников. Каждый дом, к которому будет проведен газ, должен быть обязательно зарегистрированным и находиться в черте населенного пункта. Также людям должны помогать и МФЦ, чтобы все желающие успели быстро оформить заявки, в том числе дистанционно. Жанна Лавенькова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».